что много травм получали люди из-за этих игр. То есть, когда ходят, они не видят, куда идут, и многих машин сбивают, в больницы попадают. Ну, пробовали скачивать, играли, не очень понравилось, удалили. Я нейтрально, как бы, и не за, и не против. Нет, не играю, потому что меня обходят стороной все эти не стереотипы, а вот эти мейнстримы, я не очень их люблю. Я думаю, эта волна, как она наступила резко, так же она и пройдет. Хотела бы попробовать, что это такое, а там посмотрим, понравится, не понравится. На самом деле, больше положительно, потому что у людей есть возможность выбраться куда-то, занять себя чем-то интересным, нежели просто просиживать за компьютером и проводить там время. Люди немножко начинают сходить с ума по этой игре. Нет. Не играем, просто пробовали. Они забавные. Ну, я равнодушна, но играют и играют. Почему, надеюсь, собираются толпами большими где-нибудь? Ну, в Москве, по крайней мере, я точно знаю, что периодически там на Кузнецком мосту человек по 40 сидят и ждут, пока появятся покемоны. Потом дружно кто-нибудь один может прокричать, что «покемон!» И все дружно за ним бегут. Это весело. Ходят люди, ходят по городу, с телефона вот так вот смотрят, где есть покемоны, и они что-то там их, короче, как-то ловят. Мы не знаем, мы не играли сами. С одной стороны, вроде хорошо. Да, прогулки по городу там. Но с другой стороны. Как-то они там залипают в этих телефонах, но мне очень нравится. Играть во все что угодно можно, играть, но в меру.